Мне удалось пробраться на премьеру нового российского фильма «Белый снег». Посмотрим, что это и с чем едят, потом расскажу. В прокат фильм выходит, кажется, 4 марта, но я могу ошибаться, нужно проверить. Ждем. Когда я смотрю на людей, которые собираются на эту тусовку, у меня все время вспоминается мультик из «Масяни», когда она говорит: «Куда ты привела меня? Это же самое логово попсы». Вот так же я и здесь оказался. Это тот редкий случай, когда фильм, я имею в виду «Белый снег», снимается про судьбу реального человека. Это Елена Вяльба. Вот Елена Вяльба сейчас появилась на пресс-конференции. Вот это пробежал продюсер фильма. Честно, я понятия не имею, кто эти люди, все их снимают, и я снимаю. А, говорят, это был Хромерики, режиссер фильма. Вот мы и узрели его. Ольга, да? Ольга Лерман. Ольга Лерман – исполнительница главной роли, а стоят три девушки, потому что она была в трех разных возрастах – маленькой, средней и большой. Ольга Лерман – исполнительница главной роли. Я очень хочу задать ей пару вопросов после премьеры, опять-таки, если получится. Это Елена Вяльба. Мы только что видели ее вживую. А с фильма я сегодня не уйду, потому что я попал сюда не случайно. У меня друг работает на этом проекте, и, в общем-то, таким образом я здесь и оказался. Так, наверное, да. Наверное, сюда. Моя жена говорит, что я всегда говорю путанно, потому что хочу очень долго сказать в одно предложение, в смысле. Поэтому я прочитаю ее, подготовился. Вот. Вы знаете, вот 7 августа мы первый раз взяли интервью у Лены. Вот прошло 2 года и 7 месяцев, и мы сегодня имеем вот такое кино. Год, да, мы почти год писали сценарий, вот 1 год и 7 месяцев снимали. Мне кажется, вот как генеральный продюсер, этот вот производственник, я бы, конечно, я вышел, видимо, сказать слова благодарности, честно говоря, потому что без тех людей, которые вот нас окружали, мы бы никогда... Вот я хотел бы поблагодарить в первую очередь всех, кто помогал вот нам создавать вот этот вот настоящий художественный фильм, ребят. Вот, честно говоря, это очень... Елене Вяльбе. Вы знаете, ей такое огромное спасибо за то, что... Подожди. Вот. Такое огромное спасибо за то, что она доверила нам снять фильм о ее жизни. Понимаете, это вот было непросто, это было страшно. Но потому что она присутствовала каждый день на съемках, нам было спокойно, что нас она потом ругать не будет. Ну, во-первых, спасибо огромное команде создателей фильма. Спасибо, Тимур Тимофеевич, вам за вашу идею и, самое главное, за то, что вы эту идею смогли воплотить в жизнь. Слушайте, ну вот прямо в зале находясь, я хочу по свежим впечатлениям сказать несколько слов. Во-первых, я посмотрел очень хороший фильм. Я думаю, что Bad Comedian не будет на него делать обзор никогда, потому что фильм, правда, достойный.
У этого фильма есть потрясающие плюсы и потрясающие минусы. Из потрясающих плюсов я назову классную актерскую работу. Просто главную героиню ее играет Ольга Лерман, если я не перепутал. Ольга Лерман – это номинация на лучшую женскую роль. Она просто блестящая. Есть минусы, о которых сейчас, наверное, после премьеры говорить не хочется, но я скажу пару слов. Мне очень не понравился композитор. Мне очень не понравилась операторская работа. Смотрите, я сейчас не могу говорить, потому что, ну, премьеры еще не было, фильм никто не видел. Я не хочу раскрывать какие-то карты. Поэтому идем смотрим фильм и радуемся тому, что в нашем кинематографе что-то меняется.